Здравствуйте, мои дорогие. Трехминутка любви от Ивана Нави. Я вчера получил от вас, позавчера получил от вас огромное количество прекраснейших абсолютно беспокойств по поводу моего ребра. И оно меня, и ваше это беспокойство, оно меня вылечило, так получается. Вот. И я вот сейчас еду под музыку Казиника, прекрасную, в смысле исполнение Казиника, еду по Израилю, вот это раскопки Бейт-Джубрина, древнейшего поселения. И вот такая вот пшеница в этот раз. У нас зима была такая, что Кинерет наполнился так, как никогда не наполнялся уже. Вот. И я решил просто вот сделать эту трехминуточку, чтобы поблагодарить вас все-таки за вот тепло, понимаете, тепло было от того, что вы все так беспокоитесь, переживаете. И я теперь понял, что перелом ребра – это психосоматическое заболевание, еще одно. Каждый год прибавляют к списку психосоматики от 20 до 30 болезней всяких. Вот. А я добавляю еще одно – перелом ребра. Вот. Но уже сегодня вот работаю на магазинчик в дорожке. Вот. И подумал, какое же стихотворение прочитать, подкрепить это все. И я думаю, что вот это говорят люди, знающие в русской словесности, говорят, что после меня оно останется. Вот. Светочка пользуется, когда у нее плохие клиенты, она говорит, все время вспоминаю твой стишочек этот. Вот. Так и я прочитаю его, потому что в таком виде, доработанном, я его ни разу не читал. А я вас всех немножечко люблю. До умопомрачения непохожих, проезжих, встречных и прохожих, и даже тех, кто мне во след плюют, и вас, да, немножечко люблю. Дарю улыбку всем я безвозмездно, даже тому, кому она вредна. Поверь, что души достигнет дна, какая б ни была под нею бездна, она весомей, если безвозмездно. Ребятки, улыбайтесь. Коронавирус не возьмет нас, пока мы улыбаемся, слушаем музыку Казиника, читаем, смотрим его фильмы. Не возьмет. Но пасаран. Давайте, ребята.